Здравствуйте, в эфире «Новости дня», в студии Мария Губина. Ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. Ну кто так строит? Минкульт утвердил границы охранной зоны вблизи Петровского кладбища. Здесь на основании разрешений мэрии уже развернулось возведение жилых домов. Горячая вода, новая проводка и все остальные требования. В начальной школе гимназии «Гармония» завершены большие ремонтные работы на деньги президентского фонда. Колядки идут. Фестиваль святочных традиций охватил Великий Новгород. Сегодня отмечается 296-я годовщина образования Российской прокуратуры. Лучшие сотрудники регионального ведомства получили награды и благодарности. Старший помощник прокурора города Денис Аньков в 2017-м признан лучшим гособвинителем. Это без лишних слов показывает его отношение к службе. Но признается, что отстаивать букву закона совсем непросто, в том числе и эмоционально. Сложно все-таки, ну, как по мне, как для меня лично, это, вот как я уже упоминал, по таким делам, по которым наступают необратимые последствия, видеть переживания потерпевших, которые, ну, так скажем, мы им помогаем, чем можем, восстановлением справедливости, в частности, да, осуждением виновных лиц, но все-таки, если они что-то утратили в результате совершения преступления, будь то близкий человек или какое-то имущество, ну, мы это так просто вернуть не можем. За наградными знаками почетный работник прокуратуры, знаками отличия за верность закону, дипломами и благодарностями вышли больше 30 сотрудников ведомства. Все они добросовестно трудятся в разных районах нашей области. И как результат, только в прошлом году 178 детей-сирот получили крышу над головой. Нерадивые работодатели выплатили сотням человек честно заработанные 85 миллионов рублей. Мы напряженно работали, справлялись с возрастающими нагрузками, каждодневно отстаивая принцип верховенства закона. Традиционно повышенное внимание нами уделялось соблюдению прав граждан и юридических лиц в социально-экономической сфере. Большая работа проведена в сфере охраны природы, продолжена борьба с коррупцией. Поздравляю сотрудников с 296-й годовщиной со дня образования ведомства в нашей стране. Глава региона Андрей Никитин отметил и успехи в защите законопослушных предпринимателей. В минувшем году перед новгородскими бизнесменами с помощью сотрудников прокуратуры погашена задолженность в 250 миллионов рублей. Пример вот этой пестовской нашей работы совместной, он получил высокую оценку не только в области, не только в средствах массовой информации, но и в рамках Государственного совета Российской Федерации. И многие регионы заинтересовались нашим опытом, потому что сегодня, говоря о развитии экономики, говоря о тех задачах, которые перед страной стоят с точки зрения качества жизни людей, невозможно не думать о том, чтобы те предприниматели, которые создают благо, которые платят зарплату своевременно, платят налоги, должны получать дополнительную поддержку и защиту. Прокурор области, в свою очередь, отметил, что и дальше ведомство рассчитывает на взаимодействие со всеми ветвями власти и средствами массовой информации. К слову, дипломом за конструктивное сотрудничество на торжественной церемонии был отмечен коллектив программы Новгородского областного телевидения «Территория закона». Юлия Бабич, Елена Казакова, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения мертвого младенца. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Замерзшего новорожденного ребенка обнаружили сотрудники дорожной службы. Это произошло сегодня рано утром в Любытинском районе, недалеко от самого поселка. Они сообщили о страшной находке правоохранителям. На место ЧП выехали сотрудники Следственного комитета. Женщине грозит уголовная ответственность. Пока никаких точных данных о том, что же произошло, нет. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Маловишерского межрайонного следственного отдела Следственного комитета. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту следователям Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поясним, статья расшифровывается как убийство матерью новорожденного ребенка. Если вы обладаете какой-либо информацией об этой женщине и обстоятельствах произошедшего, сотрудники Следственного комитета просят вас позвонить по телефону 8 911 626 27 77 или 02.
Конфиденциальность гарантирована. В областном центре назревает очередной строительный скандал. Речь идет о застройке территории вблизи Петровского кладбища. Вступило в силу распоряжение Министерства культуры страны об утверждении здесь охранной зоны. При этом все необходимые документы у компании-застройщика давно на руках. И что теперь делать, непонятно. Стройку Вехова, вопреки всем возражениям общественности, строительная компания из Пскова начала в сентябре 2017-го. Соседство с Петровским кладбищем, на котором находится храм до монгольского периода, не смущало ни бизнесменов, ни городские власти. Красивейшее место, близость к центру города – хороший проект. Техника на месте работает до сих пор. А вот официальный документ, который ставит крест на всех планах, пришел аккурат накануне нового 2018 года. 28 декабря Минюст утвердил границы охранной зоны церкви Петра и Павла на Синичьей горе. Это тот редкий случай, когда яичко ко Христову дню, потому что мы, к сожалению, столкнулись неоднократно за последние 10 лет с ситуациями попыток застраивать территории, которые составляют одну из ценнейших компонент окружения Новгорода, его ландшафты, которые очень ценят особенно иностранные туристы. Еще в 2015 году была сделана историко-культурная экспертиза специалистами из Москвы. И эта экспертиза подтвердила, что территория является ландшафтным заповедником. Застраивать ее нельзя. Тем не менее, уже в 2016 городские власти дали разрешение на строительство 24-этажных домов аккуратно против Петровского кладбища. Новгородцы с этой ситуацией смириться не могли. На декабрьской пресс-конференции мэра журналисты в очередной раз поинтересовались. Может, решение было не до конца проработано? Ответ градоначальника звучал убедительно. Если соблюдать нормы, если соблюдать значит, уровень высоты и так далее, почему и нет? Мое мнение. Как теперь выходить из этой ситуации, не совсем ясно. Застройщик продолжает работу на территории, и закон пока на его стороне. На руках все необходимые документы и разрешения. Кто давал эти разрешения и на каком основании? Теперь, скорее всего, будут разбираться люди в синих мундирах. Общество любителей древностей уже готовит обращение в прокуратуру. О том, что собирается делать строительная компания, на какие еще ограничения не обратили внимания чиновники от мэрии и какова дальнейшая судьба уникальной церкви, мы расскажем в понедельник в программе «Новости. Главное за неделю». Алена Суфтина, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. В правительстве области сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию создания комиссии по делам несовершеннолетних. В наше время комиссиям чаще всего приходится заниматься рассмотрением административных преступлений, совершаемых подростками. Однако нередкие случаи, когда приходится разбирать и ситуации ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Основная функция, которой мы придерживаемся в работе, это не наказание, а помощь, предупреждение. И чтобы родители и дети действительно поняли оказать помощь в этой ситуации, потому что в большинстве случаев несовершеннолетние сами не понимают той сложности ситуации, в которой оказались. За прошлый год число правонарушений, совершенных несовершеннолетними в Новгородской области, снизилось на 10%. На торжественном мероприятии это отметил губернатор Андрей Никитин. Глава региона поблагодарил специалистов за работу. Лучшие из них были отмечены наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами. В начальной школе гимназии «Гармония» завершены большие ремонтные работы. Средства были выделены из резервного фонда президента страны. В конце октября обстановка на третьем этаже гимназии не вселяла уверенности в то, что затеянный капитальный ремонт будет завершен в установленный срок. Облака пыли, горы строительного мусора, снятые полы, торчащие провода. Но, как того и требовал контракт, к Новому году все работы были сданы. Сейчас в 4 кабинетах уже проходят занятия. Остальные тоже пустовать не будут. Здесь сядут за парты маленькие гимназисты в ближайшее время. Для учеников начальной школы созданы все условия. В первую очередь мы выполняли требования Роспотребнадзора по обеспечению каждого класса холодной и горячей водой. Соответственно, мы провели холодную и горячую воду. Это достаточно серьезные финансовые вложения были в каждый кабинет. И отремонтировали санузлы так, чтобы они были модными и современными. Все остальные требования не соответствуют тем нормам, которые заложены при ремонте и при содержании образовательных организаций.
Средства на такие преобразования были выделены из резервного фонда президента страны в сентябре прошлого года. И работы начались, как только поступили деньги. Всего в рамках программы ремонты прошли в 12 образовательных учреждениях области, в детских садах, лагерях и школах. На это было выделено свыше 95 миллионов рублей. Хотелось бы, чтобы подобные ремонты начинались где-нибудь летом, и спокойно в летний период времени надо было проводить. А так нам пришлось сделать скользящие каникулы для того, чтобы можно было это здание освободить от уроков и перевести детей в другое здание. Поэтому вот такие накладки чисто технические у нас были. Но мы смогли их преодолеть и запустить это здание в эксплуатацию. Кроме капитального ремонта на третьем этаже, выделенные деньги пошли на ремонт актового зала. Здесь ремонты, предусмотренные контрактом, также выполнены. Дело осталось за мелочами. Максим Широковских, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. В субботу большим благотворительным концертом завершится областной марафон «Рождественский подарок». В 16 часов на нашем телеканале смотрите прямую трансляцию. И, конечно, вы еще можете помочь семьям с детьми, которые нуждаются в поддержке. В течение 2 лет Малая Вишера не сходила со страниц криминальной хроники. В городе один за другим горели дома. Судьба поджигательниц уже решена, они получили тюремный срок. А обитатели уничтоженных квартир до сих пор не могут найти себе пристанище. Избегают даже из маневренного жилья. Там невыносимо жить. Там крысы бегают, то есть они между батареей там побегают. Кто-то их потравит, они с гипсокартоном или там за батареей помрут, и все, и потом начинается вот это. Летом вообще блохи эти песчаные, которые вообще не... сколько травили. Супруги Абрамовы купили квартиру на Красноармейской, 10, на материнский капитал после рождения второй дочки Лизы. В момент, когда дома хватило пламя, семья гостила у бабушки. Все живы и здоровы, но остались ни с чем. Кроватки, и шкафы, и все, и телевизоры. Ну, единственное, да, что технику залили пожарной водой, все. Она еще, может быть, и осталась бы. А мебель-то она вся обгорела. Ну, кресло осталось еще там одно нормальное, но оно все гарью этой. Поэтому мы не стали его туда забирать, его потом вынесли оттуда. Сейчас Абрамовы уже многодетная семья. Четвертой малышке Василисе всего несколько месяцев. Вшестером живут на съемной квартире. С трудоустройством в городке непросто. Супруг пока перебивается временными заработками. На новом месте пока только поклеили обои. Все самое необходимое у семейства есть. Единственное, хотелось бы добавить в жизнь детишек немного красок. Монитор телевизора постепенно выцветает, а любимые мультики теряют яркость. А быт многодетной мамы значительно бы облегчила новая стиральная машина. Осталось немного времени, когда можно успеть сделать добро в рамках рождественского марафона. Обратите внимание на номера телефонов акции, которые регулярно транслирует наш телеканал. Из Малой Вишеры Кристина Абелян, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Уже можно подвести предварительные итоги благотворительной акции. Вот что сообщил нам сегодня председатель правления областного фонда «Сохрани жизнь» Александр Дреницын. Уже 2-й год количество собранных средств превышает 60 миллионов рублей. Предварительная цифра на сегодня приближается к отметке в 77 миллионов. Свое неравнодушие к чужой беде выразили 17 тысяч жителей области, а также крупные спонсоры и общественные организации. Новым стал вклад даже прихода католического собора Петра и Павла и отца Алексея. Пусть их вклад небольшой, но это знаменательное событие. Еврейская община собрала 35 тысяч рублей на первом концерте в ДК «Акрон». Это все новое, которое говорит о том, что такие дела, благотворительность востребованы сегодня в очень, честно сказать, непростой ситуации. Организаторы приняли порядка 5000 звонков. В этом году также для перевода средств был подключен Яндекс.Кошелек. Можно было обратиться и непосредственно в офис фонда «Сохрани жизнь». Официальное закрытие рождественского марафона состоится завтра в филармонии. По словам Александра Дреницына, уже известно, что 700 тысяч рублей будет переведено Народному театру «Жест» на покупку колясок. Серьезную поддержку также получит семья, которая воспитывает Пашу Архипова, мальчика, ставшего инвалидом после визита к стоматологу. Многие новгородцы встретились сегодня с необычным шествием. В городе проходит фестиваль святочных традиций. Впервые в числе его организаторов – Новгородский государственный университет.
Наша шумная процессия двигается от ДК Васильева к вертепу и рождественской елке на площади. Участники шествия в праздничном кураже, прохожие в приятном шоке. Это просто коляда какая-то. Мороз невелик, да стоять не велит. С подношениями к коледовщикам никто, правда, не поспешил. Новгородцы хоть и привыкли, что фольклор вокруг, все тонкости традиции определить на раз не готовы. Зато каждый знает, колядки – это то, с чего начинаются святочные дни. Вот так с песней по деревенской улице и ходили лет 100 назад. У колядок, как правило, нет авторов. Многие тексты вынесены с экспедиций по области. Даниил Крапчунов сам записывал бабушек, которые помнят, как это происходило в Новгороде еще до революции. Ночью, часа в 4 утра, мама их начинала будить. Дети, кстати, звезды заходили. Они говорят, мы бросались к окну и видели, как там ходят группы со звездой. У каждого горит какая-то свеча, фонарь. И мы видели, как действительно, как будто ходят звезды здесь по земле среди нас. Традиции праздника сегодня по крупицам собирают и хранят многие народные коллективы. Сегодня у нас в гостях москвичи и питерцы, представители из Сибири. Традиционная культура обогащает их современную жизнь. На многих одежда, собранная в экспедициях по деревням Воронежской, Белгородской, Курской областей. Кто-то шьет сам. У нас белгородские костюмы, есть еще вечерочные костюмы. И у некоторых девочек украинские. Фестиваль святочных традиций «Светлый вечер», который в этом году организует Новгородский университет, продлится 2 дня. С сегодняшних колядок все только начинается. Первая остановка – Кремль, вторая – главная городская площадь. Спасибо этому дому, пойдем к другому. Наталья Савицкая, Сава Ушаков, новости, Новгородское областное телевидение. Наш выпуск завершен. Интересной информацией вы всегда можете поделиться по телефону нашей редакции 703003. Впереди реклама и прогноз погоды. Я вам желаю хороших выходных и до встречи.